التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الرسمية لمدينة سان بطرسبرغ للمشاركة في القمة الأفريقية الروسية. خلال هذا اللقاء أكد السيد الرئيس على تقديره لدعم الرئيس الروسي لمصر في عدة مجالات، وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لأن تسفر القمة الأفريقية الروسية عن نتائج ملموسة. Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть в России, в Петербурге. Спасибо, что приняли наше приглашение посетить Россию и принять участие во втором саммите «Россия-Африка». Позволю себе напомнить, что в 1919 году вы возглавляли Афросоюз, и тогда практически были основателем этого формата. А сейчас вы председательствуете в проекте по экономическому развитию Африки. Уверен, у нас по этому направлению будет о чем поговорить. Ровно через месяц мы отмечаем 80-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. И за эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус. Многое сделано и под вашим руководством, господин президент. У нас большие и мощные проекты в области энергетики, в частности, имея в виду известный проект по строительству атомной электростанции, все развивается по плану. В прошлом году товарооборот вырос на 28,8% по нашей статистике. وحسب احصائياتنا شهد حجم التبادل التجاري في السنه الماضيه نمو بمقدار 28.8%. За 5 месяцев текущего года прибавил еще 7% к базе прошлого. وبعد مرور 5 أشهر من هذه السنه شهد زياده بمقدار 7%، وذلك قياسا باحصائيات السنه الماضيه. 1/3 торгового оборота России с Африкой приходится как раз на Египет. وذلك يعني أن مصر تحتل الثلث من إجمالي التبادلات التجارية لروسيا مع القارة الإفريقية. В этом году проходит мероприятие в рамках года гуманитарного сотрудничества России. وفي هذه السنة كذلك ننظم الفعالية الإنسانية للتعاون الإنساني بين البلدين. Что безусловно будет и дальше сближать народы наших стран. وذلك بلا شك سوف يساهم في التقريب بين الشعبية البلدين. Господин президент, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Мухаммад Раис, Путин, смахли, аугирик тахия, тагдир, ва шкуркум гильдан, аля дава, аля хафаут, истакбар, карамат яфрана, истакбар тебе. Прежде всего, господин президент, позвольте вас поблагодарить за успешную подготовку к предстоящему мероприятию, а также за приглашение, которое я получил. И большое спасибо за радушный прием от вас, Мы всегда с позитивом относимся ко всем инициативам и приглашениям, в том числе и с вашей стороны, которые касаются многостороннего сотрудничества и взаимодействия на финансовом уровне. Сегодня это твой ритуал с нами на Бородине.
Разумеется, мы держим поле зрения сотрудничества двусторонности. Лафака ли ты застахает или лафака? Естественно, мы намерены вывести их на те горизонты, которые заслуживают. Ну, как ты фахам турезда, мы поблили фима гос. Инша махатат таба на уе, в этом шоа. Эмлак варайд, у ламуком фи вода, они дали. И, конечно же, как вы отметили, господин президент, основополагающим проектом нашего сотрудничества является проект атомной электростанции ДАБА. Мы намерены это претворить его. Другой момент – это создание российской промышленной зоны. Также есть и другие начинания, проекты, по которым мы можем сидеть там Позвольте мне, господин президент, отметить особый характер отношений, которые связаны с нашей страной. متأكد إن قمة روسيا الأفريقية هيكون لها نتائج عظيمة جدا. مدير شو برايتوكم سامي فرسيا بستيكون في ناشيكي. وأتذكر الاهتمام الشديد اللي احنا قبلنا فيه 2019 أثناء القمة الروسية الأفريقية. Я горжусь и вспоминаю свои председательства предыдущих саммитов Россия в 2019 году. مرة ثانية بشكرك فخم الرئيس. Еще раз большое спасибо за внимание. Сайт.